идем. А вы не видели Максима? А? Максима не видели? Был тут. И он пошел на третий этаж. Вот куда зайду. Понятно. Максим Алексеевич. Да, Максим Алексеевич. Наверное, тренировку ведет. К нему там парень какой-то пришел. Надо попросить его, чтобы он мне распечатал докладную. Здравствуйте, Максим Алексеевич. Что, у тебя только один? Распечатаешь мне докладную? Допустим. Ну, что значит «допустим»? Распечатаю, допустим. Спасибо. Смотри, у меня докладная, да? Это докладная. Заявление есть, справки есть, личную карточку. Все, просто Олесе дать и все. Васильчу. Васильчу все? Личную карточку зачем? А личную карточку? Что личную карточку? Зачем личную карточку? А личную карточку не надо писать? Еще рано, даже не зачислили еще. А, блядь, просто можно ну, заявление дать, заявление и справки только, и все можно отдать? Ёбаный рот. Ой, что? Ну, докладная. А, докладная. Мне надо ее распечатать. Я просто не могу уже сидеть, мне на малого пойти, блядь, смотреть. Дай мне курчак, Челси. Если хочешь малого посмотреть, вон. Не твоего малого, своего малого. Да пойду, блядь, что я засиделась. А мне докладная надо. А там, блядь, сидит Семен, что оккупировал место. Нормально. Что вы будете делать? Ну, нихуя будешь сидеть. Будешь сидеть? До скольки? До обеда? Люди, тут ебаный портал. То, что ты играешь. Я думала, ты, блядь, в Майнкрафт играешь. А, вот не портал. Что, у тебя только один сегодня пришел? Ну. На первой школе шел часа в лес. Ясно. Ладно, Максик, я пошла. Пошла. А? Я ничего не поняла. Это сынок без матери в лапе. Да. Пока. Люблю целую. А по моим ссылкам не переходит. Что? Кто? Короче, кофе допивал нахуй, домой пизду. И баба. Привет, привет. Пошла? Все, забери все. Да, да. Холодная. Поздравляю. Что это пряники держите? А? Что это в холодильнику пряники держите? Семену сказал внимание. Нет. Ну, даю вам. Есть, Семену. Ты положишь мне. Да, что положил, можно есть. Нет, Семену. Ходи, слабый. Кто? Нет, спасибо, не хочу. А, ты худеешь. Спасибо. Мне просто не хочется. Я вижу. Нам надо куда-то. Да кто-то завязал, глядите. Чтобы не открыли. Семен, где вы кружки моете? Вы спускаете там, потом кружки моете. Внизу? Ага.
Да, надо с утра на работе вести эфир и просто, блядь. Сейчас я еще выйду, буду вести. Ой. Да. Уже надо домой бежать. Сюда, домой пошли? Надо, блин, его разобрать. Сейчас я. Чего же не надо будет? Слушай. Ну, заходите. Водка? Не. А надо? Надо. Понедельник. Что понедельник? Понедельник пить нельзя. Нежелательно. Обычно все на выходные. Да, не. Надо с пятницы, в воскресенье. А где вы кружки моете? На третьем этаже, на втором этаже? Где кружки моете? На втором этаже? Степановна, помойте мне кружку, пожалуйста, потом. А то я не знаю, как, пока я сбегу помыю, туда. Помыю, помыю. Спасибо помыю. Большое. Я буду выкидывать за окно. Ага, тогда не напасемся деньгами на эту посуду. Ой. Любишь, да. Максим распечатает, попросила. Только пока подожду. Тогда. Вечером вернусь. А ты вечером? Да. Ну забрала ей на ужин. Да, да, да. Ну, малая придет, я ей потом отдам. Да, не, навряд ли, они разные. Не тот не нет. Что тебе украли? Да я украли, когда ты забыла на ушники давно. На ушники. А тогда я крутик нашла, и что-то не снимаю. Да, но она была такая. Вон круглая, да? Тут было, тут было. Да я нашла ее, да. Ай, ладно, стимул. Да. Это девочка у меня забыла, я сегодня отдам ей на тренировке. Ладно, пойду я до вечера. Все, спасибо. Кофе? С кипчем куриный. Ой, все, давайте. Слышишь, а если не отвлечь, я когда решал вызову МЧС и милицию. Зачем мне? Что ребенку сделали сейчас? Здравствуйте, ну додумайтесь еще.